Мы заметили, что ты немного прихрамываешь. Как ты себя чувствуешь, Нейт? Я чувствую себя хорошо. Готовлюсь к тому, чтобы поехать домой, отдыхаю вот здесь. Все хорошо. Что ты думаешь по поводу боя? Ты по-прежнему считаешь, что победил? Да, посмотрел бой. Я считаю, что я победил. Когда ты посмотрел свой бой? Прошлой ночью? Да, я посмотрел его прошлой ночью. Можешь выделить какие-то определенные моменты, где ты чувствовал, что был более доминирующий, чем Макгрегор? Да, я думаю, после первого раунда. Как думаешь, что ждет тебя дальше касаемо боев? Как думаешь, ты будешь драться скоро или возьмешь небольшой перерыв? Я буду драться только если это большой бой, большие деньги и крупный контракт. Вчера ты сказал, что хочешь реванш с Макгрегором, трилогию. Если они не дадут тебе бой с ним, а дадут другой бой, ты примешь его? Если бой стоящий, если мне хорошо заплатят, то да. Спасибо тебе за твое время, приходи скорее в норму. И удачи. Спасибо.